кто играет Геншин? Насколько негативно Геншин на вашей зарплате отражается? Чё, не донатите, что ли? Вы чё? А, не свои донатишь? 30 тысяч. О, да. Момент в моей жизни, когда я была в лютой депрессии, просадила 500 000 рублей в такую же херню. Не повторяйте мою ошибку. Зато я была первая на сервере, на кросс-сервере, хер бы кто мне пикнул что-нибудь. Но 500 000. Поэтому ипотека, могла быть на квартире. Встречайте, крутые чуваки. Давайте представим на минуту, что Вагнер вдруг стал единственным кузнецом во всем Тайване. Что же из этого выйдет? Давайте посмотрим. Сегодня будет тяжелый день. Нужно подготовить рабочее место. Руда есть. Наковальня есть. Молот. Где мой молот? Молот! Через горы, через поля прошел я немало, достиг наконец-то для города ветров свободы и любви. Стены масштаба также столь неприступны, как в былые времена. Кузнец — искусство. Тут творит чудеса. А? Чего надо? Я просто смотрю. Вагнер, дорогуша, ну что там заказом для моего милейшего Согуна? Все готово. Слышал я о подобных артефактах. Их могли поднять лишь божественные силы достойных. Жаль, что уже не осталось достойных в наши времена. Ара-ара, раз речь о богах, то я, пожалуй, прошу лично Согуна. Пусть сама с этим разбирается. Закружила голову. Кажется, я что-то забыл. Дружище, а я тут должок вернуть пришел. О, полуденная смерть. С вами приятно иметь дело. Полуденная смерть. Я пробовал сорта получше. Вы слышали когда-нибудь о Азумантес? Так-так, интересно. Что же за напиток такой? Вино из Азмаэтаса на вкус такое, каким я его помню в старые времена. Жаль, некому разделить мои воспоминания. Вы же решили, что будете брать? Благодарю за ожидание. Да, я выбрал. И что же вы выбрали? Все. Такое не часто встретишь. Вы знаете, сколько вам на это понадобится? Моры. Мора – это деньги. Деньги – портал.
возвращаться, чтобы больше тебя не видел. Заказ готов. Посмотри, как тебе работа. Нравится? Какой чудесный у вас смех. У меня похожий. Кто вы? Что вам надо? Я напишу об этом в ФАФе. Рейтинговый. Если у вас что-нибудь пострее. Высоко в горах Буревестника. Ведь ее чистота и свежесть растут самыми большими использованиями воды, которые... Прекрасное владение клинком, друг мой. А вы разбираетесь? Не хотите ли сразиться? Тогда мне надо наточить клинок. Кого там наточить клинок? Что же ты, милый, если не нравится, то у меня есть и другое платье. Оно как раз прекрасно сочетается с цветом твоих глаз. Я генерал армии сопротивления, да что бы я? А я Согун, правитель Надзумы, и я хочу домой. Девочка моя, иди лучше поиграй в сторонке. О, приставочка! Вы собираетесь забирать свой меч. Вы решили, что с молотом делать будете. А вы уже возьмете свой заказ. А ты что там гуляешь? Я определился с выбором ранее. Но смею посоветовать вам использовать адамантий для клинка. Для вас я бы посоветовал ориентироваться на оттенок меха генерала, чем на цвет его глаз. Что касается вас, Тартали, я подробно ранее писал, где подходящие рудники вы сможете найти. С вами дела обстоят серьезнее. Настаиваю на дегустацию вина из Азмэнтуса, нежели ваш сон. А вот на святое не надо! Итак, каждый день. I will have order.